Всем привет, с вами Веслаком, и как вы видите, я достаточно сильно похудел, потерял вес, голодал нереально, потому что уже очень долго не было рекламы, целых один день. В общем, как вы, вероятно, заметили, когда мне на обзор приезжает какое-нибудь говно, то я очень часто говорю, что мне его прислали какие-то друзья, типа там знакомые мои очень хорошие, но на самом деле это все пиздеж, потому что обычно я этих людей не знаю, они просто присылают мне деньги, а я говорю, что они мои какие-то друзья для того, чтобы у вас было больше доверия к тому говну, которое они прислали. Но сегодня совсем не такой случай, дело в том, что вот эту вот замечательную консоль PlayStation Classic мне прислали не какие-то там знакомые или даже не мои друзья, а мой родной брат Сюхей Йосида. Вы можете посмотреть на него вот его фотографию, как видите, мы с ним очень похожи. В общем, где-то месяц назад на одной из выставок он ко мне подходит и говорит: слушай, Валя, у нас тут скоро выходит консоль, вообще не стыдная штука, ты не мог бы показать ее своим подписчикам и сделать вот честный обзор, ну вот это как ты умеешь, да, то есть рубануть правду матку, рассказать там про все минусы, может быть, какие-то плюсы. В общем, очень признательны тебе будем, денег просто сейчас вообще нисколько нету, весь бюджет ушел на мудака этого жирного Логвинова. Ну я ему говорю: окей, да, без проблем, 400 тысяч рублей. И тут он мне говорит: Валя, погоди, нет, мы хотим, чтобы ты бесплатно сделал этот обзор, потому что это популярная консоль, типа она выходит по всему миру, там какая-то это копия какой-то PlayStation 1 или что-то такое, я не знаю, я говно не играл. Типа людям это интересно будет, можешь им рассказать, мы тебе типа эксклюзивную копию вышлем там вот раньше всех, то есть реально крутой контент может получиться. Ну я ему говорю: ладно, окей, я все понял, давайте высылайте 300 тысяч рублей и по рукам. И тут он опять говорит, типа: нет, Валя, ты не понял, мы хотим, чтобы ты бесплатно сделал обзор. И я говорю: Без что это, блядь, вообще значит бесплатно? Это что, типа, я денег, что ли, не получу за это? Он говорит: ну, типа, да, но мы тебе вышлем консоль, там, она будет эксклюзивная, крутой контент, там, можешь интеграцию какую-то ставить или еще что-то. И я говорю: блядь, чувак, ты что, ебанулся, что ли? Ты, блядь, вообще список видел самых богатых видеоблогеров России? Я там на первом месте, я что, на лоха какого-то похож? Ты что думаешь, я, блядь, бесплатно какой-то видос буду снимать или что? Я, типа, техноканал, какой мне смысл вообще выпускать какое-то видео, если оно не рекламное? Ты, как бы, вообще понимаешь, как я стал самым богатым видеоблогером в России? Ты что думаешь, я, типа, бесплатно на шару всем обзоры делаю или как? В общем, мы с ним еще немного поболтали, я думаю, ладно, надо помочь ребятам, этот жирный мудак Логвинов опять их на бабло объебал. В общем, у меня только два условия, типа, первое, это то, что вы вот эту консоль не вышлите Стасу, а как просто, потому что этот мудак постоянно пиздит, что у меня в роликах якобы какая-то реклама. Ну и второе, это то, что обзор реально честный будет, это, так сказать, будет первый честный ролик на моем канале. Я, честно говоря, у меня до этого такой практики не было, я, честно говоря, в первый раз в жизни буду таким заниматься, но будет интересный такой опыт, тем более, что консолька вроде реально не стыдная, поэтому давайте, наконец, уже перейдем к делу и распакуем ее и... Это чё, блядь, это... Чё, блядь, пакет из Ашана, нахуй? Они чё, совсем там охренели в этой Sony? Не, ну, вы прикиньте, они засунули консоль за 9000 рублей в пакет из Ашана. Это чё за хрень? Нет, ну, слушайте, может, там ещё что-то в коробке есть, я, конечно, не... Опа! А говорили, денег нет? Ну, слушайте, давайте не будем мыслить предвзято, мы всё-таки серьёзные люди, да, то есть... да, конечно, пакет из Ашана, но... Может быть, это даже лучше, чем вот обычная упаковка, да? Потому что что обычная упаковка? Это какая-то прозрачная просто пленка, вы ее потом выкидываете, а это пакет из Ашана, смотрите, 10 килограмм выдерживает. То есть вы вот эту вот консолечку распаковали, пакетик вот так вот сделали, положили его куда-нибудь, и потом там, если куда-то в магазин пойдете, можно будет его с собой взять и сэкономить на пакете. Значит, здесь у нас к консольке прилагается два целых джойстика, то есть вы еще с одним каким-то дурачком сможете в эту консолечку играть. И бесплатный HDMI шнур. Просто отвал башки, ребята. Ну просто реально респект Sony за то, что делают такие качественные консоли, не жалеют денег, да, на комплектацию. 20 игр предустановлено. Что значит, что не надо будет покупать игры, да, то есть кто-то скажет, что может быть я как бы не хочу вот в эти 20 игр играть, да, я хочу какие-то другие игры. Ну слушайте, как бы ребятам из Sony, наверное, виднее, какие игры более крутые, потому что они эту консоль делали. Так что завалите свои ебальники, покупайте эту консоль за 9000 рублей. Включать ее, конечно же, не буду, потому что, ну, как бы, она новая, и так понятно, что она работает, а, в принципе, что нам еще-то надо знать. Ну, а во-вторых, чтобы ее подключить к телевизору, это надо свою жопу из-за стола поднимать, а это у меня
меня отдельным ценником в прескуранте идет дабши. Я самый богатый видеоблогер в России, я свою жопу из-за стола бесплатно не подниму, даже чтобы посрать. В общем, консолька получилась реально не стыдная, Sony запарились, выкатили реально годный девайс, особенно за свои деньги, потому что стоит она всего каких-то 9000 рублей, вы только вдумайтесь в эту сумму. То есть 9000, что это такое, в нашей стране пенсионеры столько получают, то есть это вообще не деньги. То есть на эти бабки не то, что даже жить нормально нельзя, но и даже сдохнуть нормально, потому что, ну, гроб заказать, и то будет дороже стоить, поэтому не заказывайте гробы, лучше покупайте вот PlayStation Classic, играйте в нее, да, и, ну, короче, все. С вами был Вилсаком, подписывайтесь на канал, отписывайтесь, мне вообще поебать, на самом деле, будете отписываться. Я разыграю вот, что это у меня, iPhone 10, я разыграю, и вы обратно все подпишитесь, поэтому нахуй я вас всех вертел, с вами был Вилсаком, всем пока.